Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в торжественной обстановке вручил ключи от квартир новоселам. Счастливыми обладателями квадратных метров в одном из самых перспективных районов Усть-Каменогорска, микрорайоне Нурлужол, стали многодетные семьи, социально уязвимые слои населения и сироты. Подробнее об этом расскажут мои коллеги. В престижном и стремительно развивающемся районе областного центра жители с особым волнением ждут церемонию вручения ключей от квартир в новых многоэтажках микрорайона Нурлужол. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов поздравил новоселов с получением квартир, которые построены с соблюдением высоких стандартов качества. Дети-сироты, многодетные мамы получили здесь квартиру. Я считаю, это хороший микрорайон. Здесь действительно удается нам выдерживать те стандарты, о которых мы говорим. Я еще раз поздравляю всех. Пусть наши земляки будут счастливы. Всего в микрорайоне будут возведены 43 многоэтажных дома. Запланированы работы и по строительству необходимой социальной инфраструктуры. До конца года будет построена школа на 600 мест, хоккейный модуль, а также начнется строительство детского сада и спортивных площадок. Огромное спасибо. Я 8 лет ждала, я многодетная мама, 8 лет ждала это жилье, и в таком районе получить его — огромная честь для меня. Всего за 4 года в областном центре получили новые квартиры из государственного жилищного фонда 857 очередников. В их числе 321 многодетная семья, 208 молодых людей из числа сирот, 140 человек из социально уязвимых слоев населения. Государство не оставляет без внимания жителей области и стремится повышать уровень жизни населения из года в год. Тамир Искабаев, Асхат Ордыбаев, Алтай Ахпарат.